Всем привет! Вы на канале Четкий. Сегодня выпуск пойдет про поселок, который находится в Сочинском районе, Эстосадок, а именно про курорт, который там находится, Горкий город. Все, поехали, да? Поехали. Поехали. И вот Горкий город, главная канатная дорога Горкий город. Ну что, мы добрались. Эстосадок, курорт, Горкий город. Выпуск сегодня без детей. Они спят. У нас есть такая возможность, потому что у нас в гостях бабушка с дедушкой. Итак, пойдем покажем, что там есть. Пошли. Вот они, Горкий город. Главная канатная дорога тоже здесь. Соответственно, вот сразу по парковке. Транзит бесплатно первые 30 минут. Пойдемте дальше, вам покажу. Вообще, на самом деле, кто сюда приезжает, нужно сразу привыкать, что здесь всегда парковки платные. Сейчас покажу по ценам. Добро пожаловать в Горкий город. Налево пойдешь. Главная канатная дорога. Направо служба размещения апарт-отеля Горкий город. Открытая парковка, подземная парковка. Мы куда пойдем? Мы пойдем сейчас, покажем. Здесь есть шикарное казино. Прям возле казино есть классная площадка, где вы можете пофотографироваться. В вечернее время все светится, вот так красиво. Можете подписаться на инстаграм Настеньки, есть эти фотки. Посмотрите, как это выглядит. Вот он, вход в казино. Также здесь есть розыгрыш автомобилей. Когда мы приехали, разыгрывали Мазерати. Сейчас Бэху. Еще, наверное, Рендж на очереди стоит. Вот. На, сиди, играй. Иди, баблу неси, говорю. Настя, по твоей версии, кому здесь все принадлежит? Короче, по версии Насти, все пенсии. Да? Да. Настя сказала так. Прям возле казино есть сетевой отель Мариотт. А на нас надвигаются какие тучи. Не знаю, чем сейчас это закончится, но вот на нос уже капнуло. Ладно, мы будем стараться отснять. Вот главное крыльцо отеля Мариотт. Пойдем поднимемся. Здесь есть помимо отелей апартаменты. Апартаменты у них делятся на 4 зоны. Там что синий, красный, зеленый, еще какой-то, желтый, по-моему. Вот, а как они разделяются, может быть, уровнем цены, комфортности или как-то по-другому, я, честно говоря, не вникала. В общем, тут, кстати, для жителей сутки стоят 400 рублей, там вначале мы снимали, я обратила внимание, что парковка все равно платная, но дешевле. Короче, нас пока парят только парковки. Потому что они здесь реально везде платные. А если вы хотите... Да, суммарно месяц за парковки выскакивает достаточно такая дельная сумма, которая на дороге не валяется. Поэтому, в принципе, вот слева, да, можно всегда найти местечко, где паркануться бесплатно. Лайфхак такой. Очень удобно на всех этих курортах, что здесь есть везде указатели. Пойдем? Пойдем, может, туда вдоль пойдем, вот так вот? Пойдем вот посюда, пойдем и по направлению. Смотрите, мы сейчас находимся, получается, возле гостиницы Мариотт, и можно пойти гулять вдоль дороги в сторону торгового центра Горкий Молл. Также перед торговым центром Горкий Молл есть очень интересные ряды, красиво сделанные. Базар. Такой базар, да. Для туристов. Вот, пошли для детей, смотрите, здесь что-то можно покидать.
пострелять. Вот нас зовут пострелять, но мы стрелять не будем. Спасибо, не будем. У нас бабушка стреляет. Да. Вот, есть тир. Для детей детские электромобили. Бесплатная детская площадка, на которой можете поиграть. И вот, соответственно, торговый центр Горки Молл. Здесь есть большой ресторанный дворик. Небольшой. Координатор моих слов всегда меня поправляет. Здесь есть небольшой ресторанный дворик. Ну, сама расскажи. Игровые всякие развлекушки для детишек есть. Есть кинотеатр, есть аквапарк, есть дорогой боулинг. Сколько стоит? Дорогая детская комната. 1600 стоит. Да, дорогая детская комната. Сколько там по цене? Час штук. Один час 1000 рублей, ну как бы это до хрена, я считаю. Магазины Перекресток, Спортмастер, Икстор, Глория Джинсы, так, парни сказал, KPC. Ну, собственно, в принципе, максимум, точнее, минимум, что нужно человеку здесь есть. Вот она, главная канатная дорога. Сдалека вам покажу. Здесь есть карта нижнего города. Да, летняя карта курорта. Соответственно, отсюда поднимаются подъемники, куда едут. И, соответственно, что можно увидеть там? Гора. Чтобы стало больше понятно, самый центр курорта Горки Город находится за вот этой вывеской, за вот этим зданием, где вы можете купить билеты и сразу подняться на подъемники. То есть там есть и кафешки, там есть и набережная вдоль реки, там и есть детские площадки и какие-то экстремальные штуки, типа полутрубы для скейтбординга. Можно пойти между домиками. Кстати, напишите в комментариях, хотите ли вы выпуск, который будет посвящен топовым магазинам, которые, ну, действительно полезны, такие как, например, Джиганат, веганские, специально снимем для вас, да? Вот есть здесь парк развлечений. Смотрите, пойдемте поближе, подойдем. Смотрите, веревочный парк. Подойдем немножко к детской площадке, покажу вам ее более крупным планом, потому что, ну, мы как с детьми, нам это прям вот важно. Это первая детская площадка. Вот еще детские площадки. Смотрите. Пойдемте посмотрим, да здесь можно даже на скейте покататься. А можно пойти правее и спуститься к реке. И здесь, смотрите, здесь есть детский центр и детский сад-школа. Ух! Коли вы уже посмотрели полвыпуска, обязательно поставьте лайки, подпишитесь, будет еще больше интересных выпусков, потому что Наська очень старается. Для детишек, кому это нужно, обязательно вот мы вам показываем, потому что, например, когда мы
искали, вот мы мало нашли. Никто не снимает про жизнь именно с детьми. Вот детский сад, игровая комната, услуги няни. У них есть детская площадка. Вот вы видите, очередная детская площадка. Но такая, здесь, конечно, из минусов всегда ветер. И гулять, насколько мы пытались погулять на этой детской площадке, у нас получается, потому что здесь всегда ветрище. На этом дереве можно покушать ягод шелковниц. Да, вот, смотрите. Вот, открываете, покушаете. Приятного мне аппетита. Ладно, пойдемте обратно гулять дальше. Здесь, конечно, действительно очень красиво. Здесь, как ты оказываешься в какой-то Швейцарии, в Европе, вот в европейском стиле. Ну, не сравнить, наверное, ни с одним городом России, кроме как я вот был, например, в Ленобласти, в Выборге. Там тоже это финский город, бывший финский город. И там, конечно, тоже все вот так вот очень классно. Это вот апартаменты, видимо, такие маленькие. Да. Обязательно поставьте лайк, если вам нравятся такие домики. Вот, кстати, смотрите, покажу вам поближе, про что Настя говорила. Здесь вот все вот эти гостиницы, апартаменты, они делятся на сектора. Есть красный, есть синий. Это красный сектор. Видите, здесь такие красивые переулочки, такие туннельчики пешеходные. Пойдемте перейдем дорогу. Лонгборды. Да, смотрите, такая есть небольшая набережная в горной реке. Вот, пойдемте спуститься. Собственно, везде мы прошлись, в принципе, все вам показали. Это уже завершающий этап, заканчивается парковка, выезд, оплачиваете парковку, и дальше можно поехать на Роза Хутор, либо на Газпром Галактику. Спасибо, что досмотрел этот выпуск, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, здесь будет очень много полезного. Путешествия с семьей, с детьми. Мы залазим в глубь интересующих вопросов, показывая вплоть до того, где можно сходить в туалет, потому что об этом никто не показывает. Где есть детские площадки и как здесь можно проводить время. До новых выпусков!